Владимир, поздравляю вас с победой. Это было что-то невероятное. Как вообще, какие у вас сейчас ощущения, как вы оцените игру? Ощущения непередаваемые. Мы все очень рады. Очень хотели победить, на самом деле. Игра была очень тяжелая, соперник нереально сложный. Но очень интересно было играть. Мы рады такой победе. Наверное, изучали Фасоль как соперника. Может, видели какие-нибудь игры с ними? Изучали, спрашивали своих друзей, которые с ними играли. Смотрели обзоры, искали все. Да, очень сильно изучили их. И это помогло нам выиграть. То есть плодотворно занимались анализом игры соперника? Мы знали, что у них есть парочку из Империала хороших игроков. Вот, пытались их сдержать, ну вот как-то вроде бы справились. В 1/8 финала вам предстоит игра уже со знакомой вами командой в Хлам. Что об этом думаете? Игра будет нисколько не легче. По-любому хотят у нас взять реванш. Хоть мы их выиграли 6-2, но игра была равной. Очень техничные там игроки, так что будет очень сложно. Хорошо, большое спасибо.